учитывая то, что на маяке и на пляже мы были вчера, мы поедем направо. Такой знак вот на капитана Соло похож из Звездных войн, когда этот говорит, он все еще вмерз в эту стену. Мы в Куэре. И времени у нас сейчас только 12:20. То есть вообще прекрасно. И то я выехал не так рано, как хотел. В общем, нормально. Ранний выезд рулит. Я в Куэру уже езжу. Я тут себя чувствую уже как дома. Ну, вообще. Вчера был, сегодня был, сколько там оно по времени заняло, господи, 1:40 где-то. Буквально там Пепу Вию, там 3 серии и все. И пару минут там размышлений о своем, туда-сюда и здесь. Так, ну что, поедем в Гандию, посмотрим. Так, нам на кольце вот туда. А, я понял, как мы поедем. Это так же, как мы вчера ездили на пляж. Там просто дорожка отходит. Окей, вот туда нам. Так, ну вот это же вот я вчера уже показывал, да, рассказывал про катерки эти, про то, что тут школа академической гребли есть, что вот здесь прямо проходят эти соревнования, да, вот все же показывал, все рассказывал уже. Смотрите вчерашнюю покатушку с испанцами. Цель — поедем именно по чигирям, то есть вдоль моря попытаемся, ну как-то, чтобы это поинтереснее было, потому что здесь-то я не был еще ни разу. От коту на солнце яйца лизать, кайфа! Ох, пиво не пил уже вообще месяца, наверное, 2 где-то. Вот знаете, как-то вот, ну, может быть, хочется вроде бы, но как-то вот мотивации нету. Вот, все узнали это место. Вчера мы здесь были с вами. Вот она, заправочка Репсоль, Меркадона, базар Куэра. Вон замок этот видно, господи. Вон этот замок видно, Мирадор, на котором мы были. Вот мы с вами вчера поехали вот сюда и к морю. А сейчас мы повернем вот на ту дорожку и вот туда. Вот, мы с вами ехали вот туда, а сейчас мы поедем вот сюда. О! Километр ноль. Ну, поехали. Тут до Гандии на самом деле где-то или 15, или 16 от Куэры. Да, немножко здесь вода не уходит. Да что ж такое, а? Да. Не, ну тут столько идти. О, да. Здесь прямо такое погружение, ничего так. Это мы в парк Дель Мойо. Может быть, парк Дель Морио они хотели, но что-то у них вместо R двойное L пошло. Ну, такие заборы из шлакоблока и у нас делают. Правда, без дырок. Здесь еще более экономно. Ну, а чего, чтобы воздух проходил. Да, здесь из этого пустотелого кирпича он тут всех видов, и с дырочками, и с квадратиками, и с прорезями, и в соты, и в орнамент какой-то, как угодно. Потому что здесь глины, вы же видите, где мы катаем. Ух, какая туча здесь висит. А то я думаю, что мне солнце закрывает. Вот она. Вау, офигенская.
Вот с нее может чуть-чуть ливануть. Десять км тут, 9,5 нам прямо до Марины осталось. Я вот езжу здесь, смотрю на горы, на вот эти вот, смотрю вообще на Испанию. И начинаю потихонечку вот понимать, почему все дороги, практически у всех, ведут как-то вот на юг Европы. Именно вот у тех, кто как бы вот хочет на расслабончики и как-то вот совсем на изях. Как говорит мой лендлорд, счастливая бедность. Вот я, конечно, насчет бедности, может быть, и не совсем, но то, что счастливая, это 100%. Так, понятно, нам здесь не бон шанс. А, оно отсюда и начинается. Понятно, ясно. Окей, значит, мы поедем. Нам все равно через мост здесь нужно по любасу. Организована полоса реверсивного движения. Вот это да! Ну, собственно говоря, уже появился указатель Playa de Gandia. Это Инжир. Странно, здесь как-то эта дорога перекрыта вся. Чего бы это вдруг? По-моему, дорога отличная. Красоту, конечно, делают, ничего не скажешь. Но у них тут перекрыто все. Вот от сих идет сетка, прямо вот она, плотная. И до сих, и там вот вход в какую-то богадельню. Клуб теннис Гандия. В общем, сейчас будем где-то вот... А, вон поворот есть, вот туда, и как-то петлять, и вот туда выезжать. Ну, приключение же, но зато красиво будет. Ничего не скажешь. Тут какое-то огромное казино. Ага, он предлагает мне ехать. Почему я не могу ехать вот сюда? А, потому что здесь односторонние, вот почему. Ну, я думаю, всем видно, да, что такое именно Гандия не старая, которая там вот чуть-чуть повыше, а прямо у моря. То есть коробки, коробки, коробки. В принципе, я бы даже сказал, может быть, чуть-чуть и поддавливает. Ну так вот, вот прямо здесь как-то, может быть, чуть-чуть и поддавливает. Зелени мало. Ну как, мало. Так-то ее и много здесь, может быть. Я говорю, по сравнению хотя бы с Валенсией. Скажем так, неуютно пока что. Никуда мы здесь не пройдем. Здесь тупики. Ладно, пешком пойдем тогда вот сюда. Вот, я же чувствую, что вот нам вот сюда. Какая красота, а? Господи. Боже, боже, а. Так, ну мы приехали, все, мы в Гандии. Ой, красотища-то какая! А, вот же ж, где фоткаются все, на вот этой вот аллейке. Точно, точно, это тротуарчик этот, как его, набережная. Так, надо в тенечке сесть, поесть. Максим Юрьевич меня на...
стращал, говорит, если ты будешь пить газировку, я говорю, да она не сладкая, без сахара, без ничего. Он говорит, все равно нельзя. Вот, воду, все, воду просто пью, ну, правда, пью вот отсюда. Гуакамоле, сыр и булочка. И все это вот с таким вот видом. Офигеть. Камамбер совсем свежий попался. Никакуще. Его надо брать, когда у него уже срок годности подходит. Я уже поел, уже и умыл лицо водой. И поотжимался от скамейки, ну, как это. И попрыгал, и потянулся, и все, вот. Фу. Вообще что-то. Ну, в принципе, я могу здесь прилечь. Вот тут вот. Я могу прилечь и зануриться там, но это ж, это вообще не выход. Надо же с Гандию посмотреть хоть чуть-чуть. Фу. Морожка, сейчас поеду, морожка возьму и поеду вот так вот вдоль по набережной, сколько смогу, а там потом уже буду петлять в сторону Куэры. Здесь такой ни к чему не обязывающий пляжик. Просто вот, ну, такое вот оно, как бы вот посидеть, почилить, потусить, и там вот бакланы вон ходят, едят что-то. Я хочу в стиле, как Максим Юрьевич, на карту глянул, и все. И хочу приехать к Меркадоне за морожком, кайфануть, так сказать, по полной. Цепь, кстати, что-то попискивает после... А, ну вон она, все, приехали. Я так понял, что это у людей так хранят они свои катера. Как-то даже немного странно. Вот как вообще такое может быть? А, ну это же выход в море, все правильно. Вот это выход с марины, да. Очень так неплохо, скромненько, но со вкусом. Это как мы с Максимом Юрьевичем вчера обсуждали, с каким, ну, какой мотор вообще нужен мне, чтобы я мог на нем ездить как на сенсе. То есть вообще не обслуживать, не думать, просто ездить и все, как вот, ну, наездник. И нашли там несколько моторов, и Максим Юрьевич, он говорит, ну да, говорит, это очень классный мотор, говорит, его, говорит, преимущество перед моторами, которые ставились на Т4, то, что он на 15 лет моложе, и пауза потом такая, где-то минуту он пишет, говорит, да и пожалуй все, больше у него преимуществ никаких и нету. Ой, ну потому что действительно вот эти новые новомодные моторы, нет, когда есть ресурсы и рядом есть Максим Юрьевич, тут вообще все до лампочки. Так, Меркадона же здесь, да. А когда их нету, хочется, чтобы мотор был надежный и простой, как 3 копейки. Я что-то иду, и меня велосипед расшатывает. В прямом смысле. Так, ну чё, смотрим набережную Гандии. Ну, красивенько, да, ничего не скажешь, красивенько. Очень даже так. Цветы вот эти вот, они дают прямо такой вот эффект. Это вот все причалы для рыбы, наверное, какие-то пирсы, склады. То есть здесь, видимо, действительно большой, огромный порт. Представляете, вот тут вот жить, да? Хотя здесь это не так прикольно. Здесь до пляжа, как до такового, идти. А, вот же здесь есть. Тоже я думаю, ну как же ж может быть без этого? Интересно, можно сюда вообще заехать или нет? Гипотетически.
в общем-то, можно. Так, и вот, слушайте, туристов вообще нету, вообще никого нету, просто пусто. Давайте, народ. Испания вас ждет. Так, Марина, что за Марина? Ну, Марина такая, больше как лухари. Такое, как лухари, такие моторные лодки. Яхт. Да и яхты ничего так. Ну, небольшая. Ого. Ты что, отчаливать будешь? Ничего себе. А, он на этом самом. Под рульками. Все, отчаливать будут. Все, под рулькой отрулил. Азимут, лодка. Это он не на дизеле. Это электро все. О. Так, 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 так. Азимут 75. Ну это вообще лодка, конечно. Что тут говорить? Аккуратненько, молодец, выходит. Сейчас он, вот у него подрулька носовая. Сейчас он нос закидывает. Ух, как нос откидывает в сторону. Вообще невероятно. Ну, у него, конечно, и место VIP. Прямо возле причала. Все, и кормовая у него подрулька. Все. Ух. Да сиди, кто тебя трогать будет. Слушайте, вообще прикольное место. Офигенское место. Да, Гандия мне нравится. Да, тут не такой большой шипьярд, как в Валенсии, но он здесь есть. И здесь комьюнити тоже какое-то есть. Прикольно. А это контролируемая зона рыбалки. Сюда можно только, ну, только тем, кто как бы в теме. Так, и вот туда почему-то нельзя дальше нам. Ну окей. Невероятно. Как вам вообще место? Невероятно. Горы, горы, горы. Вы посмотрите, какие горы, какие они ущелья сходятся. Тут, а тут одна гора, там вторая, там какие-то антенны наверху. Облака вот эти драматичные, там вот видно еще одна гряда гор. А вон Куэра. Вон она. Не вот это, вот то. Вот возле той горы аж. А Валенсия аж где-то вот туда. Сейчас эти мажоры солярки евро на 500 сожгут. Там на 700, может быть, я думаю, и обратно приедут. Но идут бодренько, по такой волне хорошо жмут. Гандия, я вам скажу так. Беру свои слова назад. Город – это город. Старый город, который мы с вами не видели, это старый город. Но вот пляж и марина, и вот это вот все, ну, променад вот этот вот, он здесь крутой. Безо всякого. Рыбалочка здесь идет полным ходом. Да вообще испанцы прикольные. Вот не парятся вообще.
Ну, красиво. Красиво, ничего не скажешь. Красиво и приятно. Человек сидит, занимается вот таким вот, и там у него в шапочку ему кто хочет, может кинуть пару евро. Вот действительно, каждый получает столько, как он себя оценивает. Вот реально. И мальчики спортивные. Давайте, слэклайн тут не растягивайте. Очень приятный променад. Прямо вот, наверное, самый приятный. Слушайте, наверное, да. Боюсь, что даже может быть поприятнее, чем у нас в Валенсии. Ну так, плюс-минус, но очень приятно. Набережная шикарная, но народа вообще нету. Обычно в это время мне сказали, тут не то, что пройти, вот там вот по велодорожке проехать нельзя. Тут кишит все. Еще и бесплатная вайфайка. Санитарный пост. Я напомню, у меня бабушка после того, как закончила свою официальную трудовую карьеру, занималась еще вот, вот таким вот. Была медсестрой, там спасала народ. Не, в прямом смысле откачивала. Спасатель достает, а бабушка быстренько ему в рот мне ноги. Ага, Бандера Азуль. Все понятно. Все, голубой флаг. То, что там вот желтый, красный и зеленый, это служба на пляжах расставляет флажки, можно ли купаться или нет в этой зоне. И состояние моря вообще, то есть вот как бы... Да уж. Мусорки, все чисто. Машинка вот проезжает, разравнивает все. Ну вот это то, каким должен был стать СССР. Вот, вот таким. Вот таким. Вот у нас побережье вдоль Евпатории, вот это вот, которое идет, которое там гадюшники всякие строят, еще что-то. Вот оно должно стать вот таким вот. Но, с зонами для, опять-таки, спокойного, дикого отдыха, чтобы это не было так, что все по жетонам. Как Глущенко говорит, мы с ним пошли на гору, и он говорит, а там, говорит, дурачки какие-то стоят, ну там в ущелье, и говорит это, обелечивают. А представляете, если бы вот такая бы набережная шла до самой Куэры? Мне кажется, это тогда бы маршрут был, который просто можно катать. То есть ты едешь, и у тебя мозг постоянно занят, ты смотришь что-то новое, какие-то вот пальмы, пески, вот эти вот пляжные домики, вот такие вот, которые там что-то, или кафешка, или спасательный пункт, или что-то. И едешь, едешь, смотришь, просто пропускаешь через себя вот это все. Но этот променад мне нравится вообще, все, это пока что этот топчик. И деревянные вот эти штучки. А звука нету. Я люблю, когда нету тряски, а есть звук от них такой, как... Во-во-во, вот такого плана что-то. Я напомню, что я здесь уже 7 месяцев, вот 8 пошел. И я трезво оцениваю. То есть я трезво смотрю. И когда я вот трезво смотрю на вот такое вот... Вот я трезво смотрю на вот такое вот. Вот на вот такое вот трезво смотрю. На вот просто, вот смотрите, какой вид. Раз. И
А, это мажоры эти. Я же сказал, все, вот они пошли обратно в порт. Да у них лимит стопудово, там, пятихатка на соляру, там, 500 евро и все. Сколько там она берет? 100 литров, 200 литров в час. Вот там 2 часа поелозили и домой. Все понятно. Это доступ на пляж именно для беременных, для инвалидов и для тех, кому 65+. Именно вот этот доступ на пляж. То есть или идите вот на следующий, на тот, или на предыдущий. Вот там вам можно. А этот, он зарезервирован. Вы понимаете, какая забота, а? Чтобы тут быки всякие не ходили, не толкались. Он великолепен, эти пальмы, вот этот вот променадец. Конечно, было бы еще, чтобы он вообще идеальный был. Побольше бы здесь зелени посадить вот тут вот по левую руку, чтобы в тени сидеть можно было. Но и так, конечно, тут великолепно. Архитектура вот такая, то есть в основном понятно, да? Дома стоят в шахматном порядке, чтобы как можно больше было видно море. Господи, да. Короче, вы меня поняли. Вот такие вот места. Вы посмотрите, как оно смотрится вообще. Террасы какие огромные. И с видом на море отсюда, конечно, потрясающе. Для детей тоже он пустил их сюда, и пускай они там себе там бегают, пока им не надоест. А как надоест, пусть бегают еще. И пальмы, конечно, ну... Слушайте, может быть, когда-нибудь мне это приестся. Но понимаете как, вот оно круто выглядит всегда. Поэтому как оно приестся может? Ну, как-то может быть, ну блин, это классно, это круто. И вот это стоянки для вельчиков. Там душики. Ну вот они, вот. Каждый доступ через один стоят душевые. Gracias. Окна. Ставят новые окна. Да ну что ж вы, хотите сказать, что я по вот такому месту не прогуляюсь? Там написано, что только пешком. Ну, пешком так... Ого! Там доски вообще уже прохудившаяся одна была. Пора бы менять. А, вот это кайфуша, а! То есть не стали вот это вот все, вот этот природный комплекс, вот этот вот природный комплекс, не стали здесь ни дорогу прокладывать, просто взяли и на сваях затулили вот такой мост. Невероятно. Невероятно. Да, это самый крутой пляж. И самый крутой променад, где я был. Безо всякого. Гандия топчик. Раньше я думал, что это Валенсия. Потом я думал, что это Куэра. Гандия, вот эта зелень, вот эта трава. Она здесь смотрится потрясающе. И вот этот вот деревянный тротуарчик. Вы знаете, что я, наверное, сейчас здесь сяду и поем морожка. Не, не поем. Организм подсказывает, что он не хочет мороженого есть. Вообще. Блин, как оно из дерева круто смотрится. И насколько оно приятно, а? Как в парке юрского периода. Просто идешь, и как будто это миллионы лет назад вот это вот все вокруг. Дом какой в плюще весь. Офигеть. Офигеть. Что-то делают красивое.
Айгуаблава. Какое-то название на испанском, я не могу понять, что это такое. Ну вот же вам СССР. Ну вот же вам СССР. Вот у нас же вот такое, вот с этими вон, с картонными перегородками между соседями. Вот оно! Почему здесь это осталось, а у нас этого нету? Так, я ничего не знаю, я иду здесь. У меня ботинки. И вообще я... Да. Будем идти, посмотрим, куда это нас приведет. Вообще места. Офигеть. И там тоже выход к морю, там тоже пляж. Невероятно. Как здорово, что время еще хоть как-то есть. 16, нормально. До 8. Светло, то есть 4 часа еще есть у нас. Мы все равно, сколько бы мы ни шли, мы в речку упремся. И от нее потом налево. Ну, приключения. Невероятные места. Просто невероятные. Я уже поймал себя на мысли здесь, что в принципе, если видно какие-то промежуточные точки, то уже все отлично. Вот Куэру я вижу. И она к нам все ближе, ближе и ближе. Ну а с Куэры до Валенсии там уже 45 км или сколько там, 45. Это такое уже. Можно хоть на автопилоте просто крутить. Я всю жизнь об этом мечтал. Вот просто вот так вот бродить по Европе. Ящериц куча. Просто вот именно вот так вот. Вот. Конечно. Конечно. Был еще формат с Ириной Владимировной. Но она не дождалась. Или не выдержала, или не знаю. Теперь этот формат трансформировался в соло. И, скорее всего, мне очень хочется подключать к себе Максим Юрьевича, Рому, естественно, Станислава Алексеевича и Ивана Алексеевича. Нет, я и против Ирины Владимировны тоже ничего не имею. Прекрасная женщина, но учитывая, что она себя иногда плохо ведет, но мы это опустим. Или ввела. Она сейчас что-то как-то что-то на меня распечалилась. Не знаю, что там ее крутит. Уже вроде бы все уже. Все уже как бы все понятно. Что уже распечаливаться? Вон с Юлей мы отлично общаемся, когда надо. На первом месте, конечно, Максим Юрьевича очень хочется. Или Рому. Это тоже шоу. Это вот это форматы абсолютно разные, но суть у них одна и та же. Так, и вот мы с вами пришли к мостику, к очередному выходу на пляж. И здесь у нас стоянка. Ну, короче, понятно, все, мы вышли в цивилизацию. Потому что если есть стоянка, значит, сюда как-то приехала машина. А раз сюда как-то смогла приехать машина, то как-то она отсюда сможет и уехать. Блять, тут что, какой-то секретный знак, что ли? Иду, один хер на меня посмотрел, за яйца свои почесал. Второй тоже на меня посмотрел, тоже там пощупал себя. Может, это тут какой-то секретный знак? Типа как секретное рукопожатие у педиков. А, так мы на дорогу эту же и выехали, по которой я и ехал сюда.
Да? Так, куда ветер? Так, ветер, ну не в лоб. Вроде не в лоб, сейчас посмотрим. Сейчас будем пытаться ногу разболтать. С этим не сравнится ничто. Не, ну этот человек, это профик, это видно. Он крутит мощно. Да, лежак это тема. Ну вот я еду сколько? 27, они от меня уезжают как минимум там на 7 км, 10 км в час. То есть где-то вот 35 они едут. О! А, обратно через лужи эти. Ладно, через лужи, так через лужи, окей. Вот эта гора, вот ее склоны, и вообще, да, даже учитывая то, что марево, что дымка, что обсервация вообще не ахти, ни о чем. Она вообще тут смотрится все просто вот, ну, ты понимаешь, что такого ты раньше не видел. Я понимаю, что такого я раньше не видел. Ну, дорожки в чигирях, да? Шлакоблок, он все-таки серенько смотрится. А вот кирпичик вот этот вот такой, как оранжевое солнышко, он, конечно, настроение добавляет вообще. Особенно, когда видишь, что он весь разный. Где-то с круглыми, где-то с квадратными, где-то ромбовидные. Где-то в форме цветков, как соты, то есть самых разных видов. Я уже видел здесь несколько раздавленных черепах, вот. То есть как, что они ползут здесь, откуда и куда? Что они здесь делают? Если бы сейчас было солнце, я бы не крутил бы. Ну вот это вот мы в Куэре, а то я в чат испанцам скидываю фото с Ганди, а они там пишут, это что, Куэра, я типа, понятно. А мы с вами на этот замок смотрели сверху. Вообще, Куэра тоже крутая. Очень крутая, пляж крутой, но вот Гандия, она вырывается вперед. Мы сейчас поедем на Куэру, на пляжик, морожка нужно там съесть. Да, здесь тоже, конечно, красиво такое кольцо, там подземная парковка, вид на гору, вид на крепость, центр такой красивый. Ну красивый, ничего не скажешь. Я бы вообще не сказал, что мы какой-то подвиг тут совершаем, потому что вон оно, видно все. Я сейчас сидел, видно и отели те в Гандии, возле которых мы ехали, и набережную. То есть тут совсем недалеко. По-моему, этому Ситроену было тяжелее, чем мне. Отсюда вообще все видно. Вон оно. Всего-то навсего. Тут буквально раз-два и все. А на эту сторону вот этого мыса
Кабо-де-Куэра переезжаешь, и уже и Валенсию почти видно. Ну вот смотрите, вот видимость нормальная, но потом оно бах и резко в дымке исчезает. Вообще, нет, Куэра крутая, никто ничего не говорит. Крутые пляжи, крутое, но в Гандии вот само какое-то вот ощущение, вот оно цепляет. Там именно круто. Я еще раз покажу, мне не жалко. Вот сделали бы веломаршрут вот вдоль всего этого побережья, а? Прямо из Валенсии в Куэру, вот вдоль берега, вот, вот там вот где-то вот как-то вот поближе пустили бы и в Гандию. Ух! Обратно никто уже никуда не жмет. Вот, разболтал там 22-23, все. Чисто на изях, чтобы доехать. Потому что тренировка была туда, а обратно это кардио после тренировки. Очень приятный маршрут. Вот прямо, вот, ну потому что нету горок. Я, честно говоря, утром хотел рвануть на Дос Агвас. Но там такой набор, и как-то я... В общем, как-то я немножечко это обломался и решил в Гандию. Ну, в Гандию маршрут вообще крутой. Ну, в общем-то, нормально. Обратный путь такой, ветер не в лицо, поэтому где-то 25, 22, 26 идет легко. Ну как легко, учитывая то, что мы уже 117 мотанули. Ну что, 120 км. Бодрячком, жопа болит. Мне кажется, что дело не в сиденье. Но если уже Брукс C17 Кэмбиум мне поддавливает. Хотя Йохан, он говорит, я, говорит, и на Бруксе в памперсе катаю день так, день так. Как он смотрится, а? Офигеть, и звук от него просто безумный. Это 358-й Porsche. Ой. Он меня обгонял, когда я ехал вот сюда, вот в эту сторону. Он такой низкий, он широченный, он вообще просто невероятный. Ну все, вон уже шпиль. Пинедо, Валенсия. Сейчас вот я просто глянул, что точно ли нам прямо 3 км нам до нашего... моста велосипедного вообще обычного вот такого. Да, здесь я не катался, потому что я всегда езжу вдоль моря, ну вот там вот, а здесь в первый раз. Ну прикольненько, учитывая то, что там вот не надо петлять по вот этим вот кустам, скажем так. Какая шморгалка качественная у мужика, а? Погода идеальная. Вот ни больше ветра, ни меньше ветра, ни холоднее, ни теплее. Просто вот для покатушки идеальная погода. Она и бодрит, и тепло. Вот тепло в прямом смысле. И рукам тепло, и коленям тепло, и всему тепло. И бодрит, и воздух плотный. И не жарко, и солнышко так вперемешку с тучками. Невероятный день. Вообще вот... Вообще, конечно, вот этот город науки и искусств, он, знаете, когда такой вот в дымке вдалеке, вот так вот на закатном солнце, ну вот фантастический фильм.
Вот не дать, не взять. Я показываю, что вот мы едем вот так. Теперь я показываю, что мы поворачиваем вот сюда. Что там такое? А, это там нетерпеливые. Вон, на синем. Бедный, аж дымит весь, жмет. Как вот эти вот цветы красиво смотрятся. А пахнут как? Это ж как у нас в Крыму растут. Тут они такие, прямо кущами. И ведь туда же наверх полюбасу лестница там есть, а? Ух. Ну что же, как говорил капитан Смолет, неплохо. Они получили свой паёк на сегодня. 140 км. Ну, сейчас тут еще там 600 метров будет. 140 км, 7.33. Велик находился в движении. То есть и ехал я, и катил его, когда сквозь дюны. Ну неплохо. Фух. Ну что, 7.36, 140 км, средняя скорость 18.5, учитывая то, что я шел пешком. Ну, по заповеднику, поэтому, по этим дюнам. Отлично. Прекрасный день.